Это у нас стена любви. Подожди, а может на самый краешек встать? Вот так вот? Ну, по идее, так и стоят, потому что эта игра, она... А мне можно? Изначально на бревне происходит. Аккуратно поддерживайте, чтобы человек не боялся. Можно смелее приобнять. А мне может не хвататься? Конечно. Это даже нужно делать. Он специально, он сложнее всех. Конечно. Комплекция у вас нормальная, так что все спокойно должны перейти. А дальше, я на финише. А дальше еще 100. Да, теперь ты. Ну, чуть-чуть, подожди. Подожди, двигайся сюда. Чуть-чуть шаг просто сделайте, да, чтобы перейти. Давай теперь ближе встанем, вообще, чтобы вот так вот. Кирилл считает, что слишком легко. Так легко, конечно. Давайте. Держи меня. Я тебя не должен держать, ты меня должна держать. Можно сердце. Вот видишь что? Все, вернулись в исходное положение. Наташа, давай туда. Упал человек. А это же командное задание, должны все прийти. Да, конечно, обязательно, все должны прийти. Ты держи. Так ты тоже должен держаться. Нет, ты должен держаться. Да. Ну, ты держишься тоже. Мы тебе справимся с ней. Да нет, так же легко. Что, поехали? Дубль два. Я боюсь, что ничего не будет. Ты за них бойся. На бревне, конечно, это было бы. Не давай ему пасть. Я подходил сколько раз. Конечно, на бревне лучше. На бревне серьезнее начинает процесс относиться, когда под тобой там метр полтора-два. Сколько мужчин, сколько мужчин. Поэтому игра называется «Стена любви». Она тоже на сплочение. Кирилл прям это... создал момент такой. Все, шаг туда. В той игре, да? Теперь ближе. Нет. Почему у тебя такой стул? Что будет? Да елки-палки, да что ты? Сейчас тебе шарфов поставлю. Нет, блядь. Ты хватайся за людей, а? Я видела. Он упал. Вы главное, когда падаете, за собой не тащите остальных-то. Он упал. Начинающим достается больше всего любви. Я держался, ну, а задился. Даниил, это даже очень... Хорошо. Пожалуйста. Давайте, сейчас у вас все должно получиться. Вы главное не спешите. Процесс это не быстрый. Так, тихо. Аккуратно. На бревне интереснее. Ну, он еще шатает. Вон бревно еще. Так, отлично. Шаг. Давай. Шаг. Следующий. Пожалуйста. Ты, когда на кого-то, ну, за кого-то держишься, рассчитывай, что у него вес и твой вес еще добавляется. Медленнее, куда торопишься? Я не помню. Я надеюсь, он дойдет. Держите все сразу, да. Чтобы это человека три удерживал. Шаг. Вот, наконец-то до тебя очередь дошла. Ладно. Это страшно. Не торопись. Отлично, не торопись. Аккуратно. Бывает иногда. Вот, отлично. Что это? Шаг. Вот когда Кирилл пойдет, вы тогда прозреете. Я скоро. Это взгляд. Все, дошли. Давай. Да, следующий. Ну-ка, не буду куда. Обними, обними. Наташ помогает. Я уезжаю. Главное помогать в экстренных ситуациях. Тихо. Пожалуйста, только не хватайся так сильно за печь, как ты это обычно делаешь. Тихо. Тихо. Держи меня. Сейчас я подумаю.
Нет, все, я сплю. Помогай. Я сплю. Станьте ближе к краю, летит. Так, сожжёг. Теперь край, внимание. Вот смотрите, вот край. Вот встаньте прямо к нему, вот так. Кирилл хочет сложностей. Вот это я понимаю. Ну, поехали. Давайте, соберитесь. Очень ответственный момент. Очень ответственный момент. Кирилл тяжелее вас всех. Он мехистый парень. И щекотки боится. Держите втроем его, не отвлекайтесь. Помогай. Так, последняя мама. Ну, блин. Ура! Молодцы. Справились. А кому хлопаем? Себе. Yeah.